International Space Station. We're about to see Sumter passing by, over. Ho, ho, ho! Добрый вечер всем. Меня зовут Павел, как вы уже представили. Наш проект называется Time Flip. Что такое Time Tracking? По-русски это называется контроль и учет времени. Кому мы важен вообще? Важен, в принципе, всем людям, которые хотят следить за своим временем, которые готовы там в субботу вечером, 24 декабря, прийти сюда, потратить его на нас всех. И в частности, за временем важно следить тем людям, которые, собственно говоря, превращают время в деньги. Предлагаю вот такой вот гаджет. Умную штуку из мира интернета вещей, с нашей электроникой внутри. Работает она очень просто. Я вам сейчас покажу видео. То есть вы помечаете грани устройства теми задачами, которые вам важны, запускаете наше приложение, соответственно, та грань, которая сверху всегда активная, и гаджет это понимает, и он просто начинает подсчитывать то время, которое он проводит на этой грани. Вы переключились на другую задачу, перевернули на следующую грань, соответственно, вся эта статистика ушла в приложение, ушла в облачный сервер, всегда вам доступно, всегда вы можете посмотреть, на что вы потратили свое время, на какой клиент, на какого клиента, на какой проект, на какую задачу там, в этот день, неделю или месяц. Наши конкуренты, как я сказал, это цифровые сервисы таймтрекинга, которых на рынке около сотни есть. Но на самом деле они не только наши конкуренты, но они и наши каналы выхода на рынок, потому что мы с ними с самыми главными, из них активно интегрируемся, и мы не боремся с ними, и не заставляем людей, которые уже, там, миллион людей, которыми пользуются, переключаться на нас, но мы предлагаем человеку приобрести эту штуку как такое физическое расширение к чисто цифровому сервису, чтобы ему жизнь облегчить, ему стало гораздо удобнее с этим работать. Бизнес-модель у нас вкратце простая, мы продаем гаджеты, сначала нарабатываем базу пользователей, потом у нас есть премиум-модель программного обеспечения, то есть есть бесплатные версии, есть платные по подписке. Ну и самое интересное на сладкое, когда мы наберем огромное количество пользователей, мы на самом деле собираем очень интересные данные о том, чем люди занимаются на работе. И вот эти данные, они сами себе представляют большую ценность, и мы планируем их продавать. На старте у нас вложили 6 миллионов рублей, на которые мы существуем с мая этого года, на которые мы, собственно, сделали всю электронную начинку, сделали корпуса, запустили компанию предзаказов на сайте, уже продали этих штук где-то на 10 тысяч долларов нашим первым пользователям. И сейчас мы ищем, собственно говоря, следующий раунд инвестиций, сид-раунд. То есть мы ищем сумму порядка 15 миллионов рублей. У нас есть, сохранился первый инвестор, который уже сделал коммитмент на 6 из этих 15. Наша команда состоит из 7 человек. Самое ценное, что мы при этом находимся внутри одного такого известного в России акселератора именно железных проектов. И у нас дополнительно к этим 7 человекам мы еще, они делятся с нами своими компетенциями, своими ресурсами, это нам здорово помогает. Но следующий вклад это уже просто заключительный, на нем написано спасибо, поэтому всем скажу спасибо. Контактов, даже если их здесь нету, вы всегда можете просто загуглить TimeFlip, и там будут мои контакты, и мы здесь пообщаемся с всем желающим. Тут реально видит цену устройства, потому что, мне кажется, та цена, которая сейчас, она очень дороговата для масс-маркета, и я думаю, что если идея действительно интересна, то китайцы очень быстро делают что-то подобное. Когда идут продавать раз в 5 подешевле. Поэтому очень важно, мне кажется, выбрать правильно. Ну да, но с китайцами вообще очень трудно по цене конкурировать, понятное дело. То есть мы надеемся, что мы успеем какую-то долю занять. Но, как я сказал, сейчас мы за 30 долларов, 30-40 зависит от комплектации продаем, но это с доставкой по всему миру. Там. То есть... То есть вы продаете по всему миру, а вот эти 10 тысяч долларов, там сколько в России, сколько... Да. 90% не России, из этих 90% половина США.